Всем привет! В последнее время большой популярностью пользуется бейгл. Так вот, сегодня я приготовлю бейгл с сырокопченой колбасой. Итак, возьмем бейгель, разрезанный пополам. Смажем творожным сыром. На одну половинку мы порежем томаты черри. Выкладываем на бейгель. Оливки нарежем. Добавляем рядом с помидорами черри. На вторую половинку мы выкладываем листья салата. В листьях салата содержится аскорбиновой кислоты не меньше, чем в лимоне. Добавим ароматную сырокопченую колбасу московская от Инкафуд. Выкладываем на салатный лист и закрываем бейгель. Теперь я полюбила бейглы. Обязательно попробуйте, приготовить их сами. А я желаю вам хорошего дня. До новых встреч!